Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Как дома обстоят дела с отоплением? Холодно. Холодно? В каком микрорайоне? И 14 у мамы, и первый микрорайон тоже холодно. В смысле, вообще отопление ледяное, а батареи? У мамы ледяные в 14-м, а у нас еле-еле теплые. Обращались в ЖЭК? Конечно, ругаемся, постоянно ругаемся, но нас спинают на МАЭК, с МАЭКа нас спинают обратно в ЖЭК. Бесполезно. И до сих пор не дали? Ну, бывает иногда чуть теплое, иногда вообще еле-еле теплое, то есть нормального нету давления. С отоплением нормально, но... У меня как бы удерживается большая сумма, потому что по КСК ЖЭК 6.6, оно в подвале неправильно установил счетчики. То есть они сняли там какие-то запчасти, детали, и на основании этого наш дом 5.39, да? 5.39 имеет дополнительную оплату. Поэтому это вот и есть у нас проблема. Все проблемы в осуизм, жужок. Келгенен бері балалар ауырып, салқындап, үй салқын. Ну, я не могу сказать, что очень прям тепло, немножко так прохладно, оно все-таки не так вот, как раньше. С одной стороны хорошо, с одной не очень. В смысле, именно? Ну, вот 5.18 со стороны большой комнаты, отопление не очень. Ходили, жаловались в ЖЭК, но они что-то... То есть еле теплые батареи, да? Да, да. А в другой стороны очень горячие, хорошие. Ага, именно часть, то есть квартиры, да. Где-то хорошо, а где-то плохо. Да. Біздің қазіргі таңдағы мәселе үйіміздің жылуы. Үйлеріміз өте салқын, түнгі мезгілдерде әсіресе жылу өшіп қалады. Балаларымыз тоңып, үш бөлмелі пәтер алғанына не пайда? Мен қазіргі таңда барлық балаларын жинап бір бөлмеде тығылып отырмын. Мына жердегі тұрғындардың бәрінің мәселесі сол. Именно мына біздің 5-ші томда жылу мәселесі қиын болып тұр. Сонымен қоса бізде мына жаңадан КСК алған, КСК дейтін бір күннің ішінде бағаны өзгертіп шығып, 35 теңгеден 40 теңгеге көтерді. Как у вас обстоят дела дома с батареями, теплом, отоплением? Плохо. Что именно? Потому что нет отопления сейчас, в данное время. Какой микрорайон именно? Вот 26. В смысле, вообще батареи холодные? Сейчас холодные, даже в ванной. Мен 32 шағын ауданының 5-ші домының тұрғынымын. Бізде жылу бар, бірақ өте әлсіз төменде. Содан соң түнге қарай өте салқын болады. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире социальный проект «Мангистау говорит». В последнее время жители Актау массово обращаются в СМИ относительно слабого отопления в своих квартирах или некоторых ее частях. Тепло подали больше месяца назад. С тех пор температура воздуха снизилась, а батареи в домах в некоторых микрорайонах еле теплые. Когда же решится проблема с отоплением? Что ответят на этот и другие вопросы сотрудники жилищно-коммунального хозяйства города Актау, вы увидите далее. В некоторых домах причина с отоплением это из-за того, что сами собственники переоборудуют внутриквартирные сети, инженерное оборудование, устройство, устанавливают, демонтируют дополнительные секции приборов отопления, запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы. То есть потребители некоторые сами нарушает правила пользования тепловой энергией. В некоторых случаях прибор отопления зашивают за гипсокартоном с решеткой, что создает препятствие для теплосъема помещения. Проблема с отоплением 16-17 микрорайон, с 30 по 35 микрорайон связана со слабым перепадом на тепловых сетях. И данная проблема решится после строительства и запуска в работу подкачивающей насосной станции теплосети, которая будет в 29-м А микрорайоне. Есть проблемы и со стороны обслуживающей организации внутридомовой сети, органы управления объектом кондоминиума ПКСК и КСК, которыми нарушается, допускается нарушение и проблемы имеются с отоплением по всему городу. Если нет отопления в квартире, то потребителю, жителю необходимо обращаться к уполномоченному лицу потребителю, а именно в орган управления объектом кондоминиума, это КСК и ПКСК.